Рождение Лауриты. Ура, ура, ура. Он, конечно, нашел подарок овец. Он хотел в течение многих лет и прекрасные шоколадные пирожные. Как он улыбается, когда он счастлив. Ура, ура. Ура, но в этот день тоже приятно, для домашнего ожидания матери и отца с прекрасным шоколадные пирожные, когда он вернулся из школы вчера. Ура, ура, ура. Затем он вернулся домой устроить вечеринку, и кто пришел в качестве гостя получить хорошие шоколадные пирожные, и, наконец, мы кричим в унисон «Ура, ура, ура!». Алла Рицалан, долго жить, обязательно мы его пожелания выполнили, Гэт, и прекрасные шоколадные пирожные.